Всем привет! Хочу показать неплохую задачку. Правда, сам толком ее не понял, но почему-то как-то получается делать. Вот по 15 центов на ClickSense она. Работа с PDF. Задачка, в принципе, состоит из трех вопросов всего. И чаще всего получается, что PDF нет. Ставим нет и пролетает на ура. Ну, приступим. Нажимаем на ссылочку. Вот, когда выдается раздача, не найдено ничего. Просто ставим нет и готово. О боже. Так, тут много открыл. Так, посмотрим еще одну. Тут тоже нет. Вот получается, как бы у нас из трех вопросов по одному только надо работать. Вот, мы копируем этот ESIN. Переходим по ссылке. Открываем самый первый PDF. Так, это загружаться хочет. Значит, не этот. Значит, открываем второй PDF. Тоже хочет загрузку. Значит, третий. Тоже загружает, гадина. О, что-то они все загружаются. Так, вот тут может быть нет, а может быть и ошибка. То есть у нас ни один PDF почему-то не хочет открываться, просит загрузки. Так, сейчас подумаем, что тут сделать. Ладно, попробуем открыть, скачать. Опс. Нам нужно найти, в чем заключается. Попробуем сделать такой вариант. Так, теперь нам надо по ключевому слову здесь найти, к чему относится. Вот, например, я как бы попорпался, уже нашел. Вставляем сюда Ctrl-F. Он тут не выдает ряд. Проспект. Проспект. Так, сейчас, секундочку. Вот, с помощью Ctrl-F у нас ключевое слово нашлось проспект в документе. И поэтому мы выбрали здесь проспект. И уже копируем ссылку, то есть у меня скачанный PDF. Я не могу отсюда ссылку копировать, она не пройдет. Получается, я копирую отсюда. Беру правой кнопкой копировать ссылку. Ну, тот, что скачал PDF, тот и беру. Правой кнопкой копировать адрес ссылки. И вставляю уже сюда в ответ. Попробуем. Все прошло 100%. Вот, удалось поймать 5 штучек. И то вперед. Все, задача, в принципе, не очень понятная, но по ключевым словам надо искать.